Здравствуйте, это проект «Неизведанная планета человек». Я автор, ведущий Владимир Симонов. И я сегодня эту программу назвал «Каждый слышит, как он дышит». Это книга притч, которая написана мной в разное время. И вот одна из таких притч «Лев и собака». Однажды лев встретил собаку. «Ну и какими духовными достижениями можешь поделиться?» – спросил лев. «Ну нет же совершенно времени», – ответил грустно пес. «Смотри, не заработайся. Каждый должен стремиться к совершенству», – назидательно заметил лев и, довольный собой, продолжил путешествие. Они одновременно ушли в мир иной и вместе предстали перед Господом. Собаку в рай, а льва в ад, не раздумывая, решил Бог. Когда решение было выполнено, самый смелый из архангелов отважился спросить: «Господь, нет сомнений в знании Твоем, но непонятно, за какие заслуги Ты отправил собаку в рай, а льва за что в ад?» Господь ждал этого вопроса и, усмехнувшись, ответил: «Вы не знаете, как непросто жить на земле и какими испытаниями сопровождается духовный путь. Также не видите целей эволюции. В то время как мной изначально придумано так, чтобы рассуждения о прозрениях ничего не стоили по сравнению с добросовестным исполнением долга, которым наделен каждый по воле моей. Собака служил хозяину искренне и самозабвенно, не отвлекаясь на иллюзии открытий. Одновременно лев назидал и делился чужими истинами, не связанными с человеком. Мудрость такая не есть результат испытаний, и словоблудие его не может быть зачтено как достижение. Но опыт преданного служения собаке вполне может быть стартовой площадкой для следующего воплощения». Архангелам открылось. Такое удивительное время, и я уже говорил об этом, что все абсолютно характеристики человеческого общежития, ну, зашли в тупик. Бизнес, политика, социальное устройство общества, естественно, культура, которая обслуживала это все. И самое интересное, что духовная практика, которая соответствовала в своих каких-то пространствах, в своих каких-то иллюзиях, соответствовала вот этому времени, она тоже, в общем-то, умерла. И это самое интересное, потому что сегодня, наблюдая вот этот процесс глобального переустройства мира на Земле, с удивлением обнаруживаешь, что многие философы взяли в руки оружие и способны проклинать и убивать.
Многие прошедшие духовные практики, включая Тибет, включая Непал, включая там какие-то школы буддизма, монастыри, они с удовольствием записались в тероборону и также проклинают, негодуют, и ищут врагов, спотыкаясь на те препятствия, которые под ногами, на которые они не смотрят. И я уже не говорю про проплаченных политтехнологов, которые были заточены, которые обучены были обслуживать эту социальную систему, которая умерла. И слушать сегодня те или иные заключения профессионалов одних от других, ну, как-то слушая, сам тупеешь. Когда грязь с телеканалов Украины льется на Россию, когда российские профессионалы, ну, грубое такое слово есть, гонят на Украину. Удивительно. Удивительно. То есть философия, которая обслуживала это мироустройство, приказала долго жить. А как же из этого всего выкристаллизовать те основы, которые имеют связь бесконечность туда и бесконечность туда? Потому что только эти основы являются абсолютными, действенными и настоящими. И только они подчиняются законам трансформации энергии, и они определяют на планете, на нашей, эволюцию. Я думаю, что вопрос риторический. Потому что если ты не способен видеть диапазон времени хотя бы, ну, в пределах 3-5 тысяч лет, то чего стоит твое прозрение? Чего стоит твоя философия? Ты просто являешься придатком того времени, в котором живешь. И точно так же, как слепой котенок, путаешься под ногами мамы в поисках сиси, которая должна тебе дать молоко. Но в том-то и время сегодня удивительное, что кончилось время беспросветного иждивенчества. Сегодня каждому дана возможность прозреть, встав над теми событиями, которые происходят, ибо это то, что сегодня мы сейчас проживаем, это следствие уже свершившихся трансформаций энергетических потоков с более тонких планов. И если ты хочешь сделать шаг в перспективу, то важно очень принять это, зная, что это прошлое, и настроиться на ту перспективу, которая синхронна вселенскому развитию. И коды там простые. Коды простые. Гармония, любовь, красота. Ну и женщина, как носитель этих кодов. Очень просто, скажете вы. Очень примитивно. Ну да, я понимаю. Я понимаю. Я иду кормить чаек, я осваиваю право Бога. У меня нет обязанности покупать хлеб и ехать на океан, но я беру такое право. Чайки принимают мое право быть Богом и кормить их. Мы не одно и то же, они чайки, я человек, но мы едины. Когда я Бог, у меня право единить миры. Каждый по отдельности, океан, солнце, чайки, я не Бог. Бог, когда все едино, мной. Бог – это право на единение, это и есть любовь. У солнца есть право быть цветами, поэтому солнце божественно. У океана есть право быть безмерным,
поэтому океан божественен. У человека есть право быть Богом, поэтому человек божественен. Божественность – право проявляться гармонией миров. Учителя спросили, что ты чувствуешь, когда спускаешься в долину новых испытаний? Учитель ответил, радуюсь тому, что пройдены старые, иначе нет восхождения, не обретается легкость высоты. А когда преодолеешь испытания, что случается? Спросили учителя. Умираешь. Испытания не для преодоления, но прохождения. Разница в качестве принимания. Когда преодолеваешь, перегружаешься обязанностью, ассоциируемой в подсознании с насилием. Эффект преодоления болезненный. Прохождение же испытаний – радость и энергия, танец и музыка – это рождение. Зачем старые сношившиеся башмаки брать дорогу, если есть новые? Испытание – это возможность отдать старьевщику все ненужное, сбросить балласт для облегчения подъема. Учителя спросили, а почему же потом, после прохождения испытаний, приходят новые? Учитель ответил, остановка равна смерти. Человек безмерен, подобно Вселенной, и познание грани себя – задача вне времени и ограничений. Ученикам открылось. Книга притч «Танец пчелы» Владимир Симонов. Успехов! Всего самого! Самого наилучшего. С вами был Владимир Симонов, и это программа проекта «Неизведанная планета. Человек». Зори в небе горят в ночи. Падуть з неба сночі, і малюнок той складу, і в куточку підпишу, що ті зорі, то є ти, то є ти. Намалюю тобі сонце, що блищить твоїх очах, а ти скажеш, воно є, коли бачиш ти мене. То сонце, то є я, то є я. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла. Солодка любов твоя, ла-ла-ла, ла-ла-ла. Обійма твої хочу я, так хочу я. Послухай, сльози поцілуй мої, і любов свою в долонях намалюю я тобі. Моє серце, то є ти. Моє серце, то є ти. То є ти. Складу, і в куточку підпишу, що ті.
тисарить.